Низкий антимюллеров гормон меньше единицы. Я могу забеременеть сама? Если он немножко меньше единицы, ну, в принципе, даже если 0,5, то да, беременность самостоятельная возможна. Но нужно смотреть все остальные факторы тоже. И возраст, и сопутствующие заболевания, дообследование, все, что было в анамнезе у вас, у ваших родственников. И с учетом этого тогда беременность планировать. Но теоретически, если меньше, теоретически возможность вступления беременности с антимюллеровым гормоном менее единицы есть. То есть, ну, много беременностей наступает с антимюллеровым меньше единички.